Очень важно в мире современных информационных технологий, которые так активно развиваются, мы должны идти в ногу со временем. Мы современные пенсионеры и хотим, чтобы мы соответствовали нашим детям, нашим внукам, на одном языке разговаривали, на одном языке общались. С таким девизом современный пенсионер интенсивно осваивает компьютерные технологии. Настроены они серьезно. Уже 5 лет в IT-лицее КФУ проводится ежегодный республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Множество желающих получить знания пользованием интернетом и новыми технологиями находятся не только со столицы Татарстана, но и с сел и городов всей республики. Ну, в свое время такой возможности не было раньше. Мы считали на счетах деревянных, такой возможности не было. А сейчас появилась такая возможность. Очень активно включились наши пенсионеры, которые вот ушли на заслуженный отдых уже и хотят все научиться вот компьютерной грамотности. На конкурсе по компьютерному многоборью «Компьютерленд» оценивается качество обучения учащихся пожилого возраста, которые прошли курс компьютерной грамотности в университетах третьего возраста. Здесь их обучают работе на базовых компьютерных программах Paint, Excel, Word и, конечно, специальным программам госуслуг. Все это позволяет облегчить жизнь пенсионерам и совершать операции оплаты, не выходя из дома. Задания, в принципе, для наших лицеистов довольно простые, конечно, которые они будут не 2 часа выполнять, а 5 минут, наверное. Но, с другой стороны, это здорово, когда люди уже пенсионного возраста занимаются компьютером. И задания серьезные для человека, который не подготовлен там, к работе с порталом госуслуг, с электронной почтой, с Word, с презентациями. Я уверен, что это очень нужно, и у меня в планах тоже научить лично свою бабушку, чтобы она разбиралась в компьютере, потому что жизнь – это движение, и как только ты останавливаешься, перестаешь учиться и делать что-то, я думаю, что жизнь заканчивается. По итогам конкурса, как говорится, самые продвинутые будут участвовать во всероссийском конкурсе, представляя современных пенсионеров Татарстана. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.